Так, там зачем? Это что у нас значит? А, то же самое. Так, опять прыжок не сработал. А, ну правильно, после умения сразу же используем. Надо сначала кристалл собирать, потом уже к ней подходить. Так, ну не знаю, зачем мы это сделали. А, у нас проход дальше открылся. Розантика. Так, а если мы наверх пойдем? Так, посмотрим, что мы увидим наверху. И увидим ли мы тут что-нибудь. Понятно. Так, вниз не прыгается. Ладно, не надо тогда нам Анна. У нас, в принципе, 3. Лора, впереди находится непролазная чаща. И вот тебе совет, как там не заблудиться. Слушай, чтобы в чаще не заблудиться, надо от соблазнов отворотиться. Раз награда стоит того, чтобы за нее побороться, то самый трудный путь – это самый выгодный. Неправильно. А, понятно, в общем. Там у нас 3-х. Мы их берем, но пройти нам надо снизу. Так. Здесь у нас 1 награда, значит, сюда. Нет, не так. Это не так. Так, возможно, сюда. А, ну да, здесь можно зайти и заново выйти. Так, сюда. Обратно. И опять что-то не то. Так, хорошо. Как-то это расценивается. Что значит не пройти? Так, ладно. Сначала сюда, потом обратно. Здесь надо что-то думать. По идее направо. Здесь, по идее, назад. По идее. Но неправильно. Хорошо. Если мы здесь пойдем наверх, то самый трудный путь и так далее. Так, вот, наверх надо было пройти. Так, теперь здесь какой-то восклицательный знак. Ага, получили.
Так, теперь походу наверх. Куда? Ну что, выбрался из этой чащобы? А ведь это я создал непролазную чащу. Забираться на гору стало слишком опасно, поэтому мне было поручено создать тест на смекалку. Я прихожу сюда каждое утро и с помощью посоха вызываю заколдованный дождь. Так чаща остается непролазной. Впереди ветреный пик. Удачи! Так, на ветреный пик. Так, а здесь-то святилище одно. Возьмем святилище. Не знаю зачем, пускай будет. Так, закрыто. Требует какое-то подношение. Так, ну возможно, пока сюда рано. Идем наверх. Так, ветреный пик. В Розантико. Санктия. Можно сразу перейти опять же сюда. Отсюда туда уже не перейти. Так, хорошо. Подножие урагана. Несколько выходов. Слышали, как что-то промчалось через этот район. Флоретта мне не сказала, но кажется, она знает, что это было. Я видел толпы гоблинов, старающихся укрыться в пещерах. Никогда раньше такого не видел. Должно быть, их что-то напугало. Если тебе нужно идти вперед, то ты еще больший дурак, чем я думал. Будь осторожен. Я слышал, кто-то действительно живет в этих стылых шахтах. Если найдешь их, скажи им, чтобы убирались. Здесь теперь небезопасно. Лоретта. О боже, Флинн, я знала, что уже довольно давно не приходила чинить копье, но неужели прошло так много времени? Ты так изменился. Уф. Извини, возможно, я немного переборщила. Мы уже несколько дней сражаемся на этом заснеженном поле. О нет. Декс, мне так жаль. Вы с ней были неразлучны много лет, но я верю тому огню в твоих глазах. Твой отец смотрел точно так же. Я уверена, что ты в курсе ситуации с заражением. Мы с моими людьми пытаемся остановить распространение этой ужасной скверны, но кроме нас никого больше не осталось. Этот проклятый человек. Я даже не могу заставить себя произнести его имя. Он снова обрушил на нас свой гнев с помощью порталов. Я знаю, что тебе не стоит напоминать, насколько важно твое оружие. Я очень хотела бы помочь тебе, но эти старые кости вряд ли вынесут еще одну войну. Не беспокойся о нас, мы отправимся в Санктию. Ты еще не вполне овладел своей силой. Увидимся в городе, и я помогу тебе освоить новые навыки. Так, хорошо. Зайти? Серьезно? Просто взял и зашел. Я думал, что-нибудь напишет. Муравей? Муравей-убийца? Непонятно, кто убийца. Ладно, мы просто вас трогать не будем, все. Хотите, делитесь сами. Так, что-то разблокировали. Тылы и шахты. Пока закрыто. Так, ну, давайте вернемся. Поговорим с ней. А, Флинн, мне не терпится приступить к обучению. Я жду не дождусь возможности увидеть, что ты можешь сделать с этим Краймсен оружием. Я начала учить твоего отца примерно в твоем возрасте. Он бы обиделся на меня за такие слова, но я вижу, что ты на самую чуточку способнее него. Годы мои уже не те, но я все еще могу показать тебе некоторые приемы, которые научилась на поле боя.
Если ты сможешь принести мне Crimson камни, я использую их энергию для формирования новых навыков и способностей. А еще их можно обменять на жареную трещуку. У меня достаточно Crimson камней, чтобы набрать энергии для заряда магии. Иди и выбирай. Так, теперь понятно, зачем эти камни нужны. Здесь есть у нас даже раскачка. Неплохо. Требуется предыдущий навык. Требуется заряд магии. Так, хорошо. Заряд магии. Удерживайте для рывка. Усиливает магию Флина и позволяет ему выстреливать мощным шаром Crimson энергии. Стоимость 0. Так, хорошо. Теперь 3700. Ясно, куда все эти камни идут. Усиливает магию Флина и позволяет создать огромный разрушительный шар Crimson энергии. Так, уровень заряда магии не надо. Позволяет набирать заряд магии быстрее и эффективнее. Возможно. Максимальный запас здоровья. Так, ну это нужно. Позволяет выполнить быструю мультиатаку сразу после базового комбо. JJJ. Берем. Мощный отбивающий удар, который можно нанести сразу после базового комбо. Оглушает противников. JJJJJ. Надо. Так, и пока остальное заблокировано, то есть все равно дальше мы не прокачаемся. Так, мы возьмем здоровье, там все на здоровье, наверное, пойдет. Пускай будет быстрее и эффективнее. Так, ну и здоровье тогда. Так, плюс один максимальный запас сфер исцеления. Это сфера. И плюс один максимальный запас сфер исцеления. Так, а наверху. Отсюда он не проходит, отсюда только. Исцеляющие кристаллы дают на 20% больше сущности. Так, хорошо, понятно. Прекрасно. Думаю, ты готов отправиться на ветреный пик. Как соберешь еще Crimson камней? Приходи, будем учиться дальше. Показать навыки Ай. Так, а двойка. Особые навыки. Снаряжение. Шлем великана. Явно принадлежал парню покрупнее. Для вас он слишком велик. Ключ от глухомани. Золотой ключ, найденный в Санктии. Остатки кустарника из убежища в глухомани еще оплетают его. Так, и там кто-то еще слева. А мне это, наверное, надо отдать просто. Реликвия. Мальчик нашел еще блестящих для Иомбала. Да. Еще. Нет, где шлем наш? А, это шлем был. Так, другое что-то у нас было. Видимо, ему это не нужно. Ладно. По-моему, остались. Ключ от глухомани. Ясно. Это надо будет куда-то использовать. Так, теперь нам надо выйти просто. Что скажешь? Доброе утро. Ясно. Все то же самое. Так, нам просто выйти надо. Так, не то. Столы и шахты. Так, то есть теперь мы можем сжимать и мощно пулять. При этом ничего не тратится. Так, хорошо. Здесь что у нас? Вот-то. Нет, не так. Тап. Смена магии. Так, заряд магии удерживать К. То есть у нас теперь... А, вот это у нас типа огонь. Это у нас типа мороз. Так, хорошо. А надо именно задерживать. Так, понятно. Так, что мне кинулось? Ясно. То есть только... Так вот. Так, хорошо. Это... П отнимает.
что наверх туда сначала сходить. Здесь, наверное, по сюжету мы пойдем дальше. Здесь, наверное, какой-то бонус. Ну да, здесь просто кристаллы. Так, тут теперь мы не дотянем. Так, а если так? То можно так. Так, если может быть какой-нибудь проход. Нет. Ладно, в принципе, сюда можно было и не идти. Хотя бы не размораживаются, уже хорошо. Так, у нас теперь 6 ячеек здоровья. Устанавливает по-прежнему 2. Так, это означает, что у него ключ. Так, теперь ключ у нас. Что у нас внизу? Кристалл. Так, какой-то воин. Тебя подпрыгнуть нельзя. Ну ладно. Он так попадается. Ладно, не прыгать. Все равно зацепил. Плохо. Босс. Мы с тобой уже сражались. Еще криты есть. Так, все равно достал. С нее не прыгает.
Так, ладно. Уходим. Так, эти не разрушить. Но можно разрушить. Так, это получается тоже можно разрушить. Тоже. Здесь уже, в принципе, так значимо. Так, здесь аккуратнее, значит, идем. Здесь нам надо ничего не ломать. Так, теперь-то попробуем сюда пройти. Просто какой-то секрет будет. Ну да. Кристаллы, я так понимаю, как и здесь. Дальше. Ледяные пещеры. Босс. Посмотрим. Так, у нас другой. Так, от этой мы урон не получаем. Это хорошо. Так, это против него не действует. Огненная тоже не действует. Секретка.
вниз уже так не спрыгнуть. Что-то забавное. Непонятно, почему уходит, кто там живет в нем. Ну, пусть так. Так, сюда пока рано. Так, здесь, наверное, проход нет. Нет. Очень аккуратен. Сейчас его разрушит. Он есть просто, грубо говоря, на время. Такое упало. Такое. А, оно за мной. Понятно. Надо было спешить. Да я не понял, откуда оно вообще упало. Так, еще пойти туда можно было наверх попасть. Попадем. Здесь же 3% не забрали. Так, ладно. Вот этот камень падает у нас. Спешим.
как-то быстрее меня. Эй, так как-то не так. Наверное, надо кидать вот этим, быстрее будет. Что так, он слишком долго замахивается. Нельзя лишнее время тратить. Так, все. Отстал.